Логика бывает в разных гунах, в гуне благости, очень трезвое мышление. Допустим, зачем человеку лишнее, зачем ему 100 трусов? Зачем ему 100? Он не покупает 100 трусов, он покупает 2 пары. Но человек, которого на чем-то циклит, означает пораженный Меркурий, рюшечку, такие цветочки, такой. Есть даже трусы, которые $300 стоят. Берется тюль, который есть у нас на снарядке. Из этой тюли вылезают такие тоненькие две полосочки. Прилепляется туда марочка от Чиполлино. И вот этот тюль от Чиполлино в две полосочки стоит $300. Но что самое интересное, находятся такие же Чиполлино, которые это покупают. Это глюк по Меркурию.